напуливайте, ребят, в этого, в ДК напуливать. Я думаю, ты сейчас сам выдержишь, я потом дам тебе бог просто. Угу. Лучше не ставить гоблинов под посса. Командиры уже нашлись. Бля, 4 миллиона. Я сейчас наконец-то себе Толмивэн настроил на бафы паладина. То сейчас всегда, бля, проебываю. Всякие разные. Чипи, додержишь ли тебя снимать? Конечно, додержу. Ну и все тогда. Ну, прожимай, если что. Я пока не могу прочитать это заклинание. РДД, старайтесь тоже убивать Нобль, то у нас миликов мало. Достаточно. Ну, с ханта отшибите, чтобы он бить мог. Еще один Снобольд. Ребята, что гоните? Ну, убейте Снобольд. Нормально, надо успеть убить. Ай, Боб. Очень могу тебе Боб дать, блядь. А, я руки давал. Кстати, сценку, где шаман стоит, милики. Я жопой туда буду держать кислот. Давай, Геру. Отойди подальше чуть-чуть. Тоже. Сейчас буду. Ну, как вообще не плюнул, вот она надо размораживать. Нет, не успела. Отойди от лужи. Под лицо не забегайте. Зарабить на мне баф, да. Да, это самое. Бат поставишь, а ты ланта там это свой. Природа всегда там. Давай опять забирай. Лёха, забывай, всё. И бей босса. Вставайте в эту колонну, я по жопу к ней отведу. Зачем ты подходишь? Ну, жди баф. Это еще яйца и уже. Это заклинание еще не готово.
Добежит до нас, интересно. Беги, малышка, да, добежит. Не, не мешай. Сейчас великий чернокнижник Вильфред не попал. Магов нет, так что диспозиции все стаки. Готовьтесь к бою. Ну, два шамана. Шам, Элх, Фист. Сразу скинетесь, и там магов не будет. У кого-то уже есть ботинки крафтовые. Вася. Слушай, я все взял бы на танку ботинки крафтовые. А хорошие ботинки. Так сюда. И на шаму взял ботинки крафтовые. Тоже хорошие. Ботинки крафтовые. Ну, как если ДС купишь, я тебе сделал. Слушай, ну это все просто. У меня как бы шаман достаточно ОД, чтобы купить себе ДС на ботинки. Мне пока терпеть. Раньше стоил там что-то там в районе 3000 и блин льда стоил. Портал. Может, одну убить? Алло. Бывает. Хорошо. В портал сыграть надо будет. В пеняк. Сыграли в пеняк. Мастер воды. От инферналов отбегайте, когда они придут после вас. Ребят, уберите это тема. Говняный щит есть? Ну мне так себе говняный петь. Нет, еще хуже нужно. Я просто. Нет, еще хуже нет, если просто сменю все ауру. Федор, ну который трансовый есть с собой. Mm-mm. Хреново.
Я сейчас тубойник сделал, как кусок говна, блин. Так, сейчас посмотрим, кто у них там. Распределим контроль и просто раздолбим. Процент ДПС. Отлично, у нас хант рядом. Дай мне ассист. Да, вот ассист. Вот ханта я грипну, в него сыграем. Давай я залечу стороны роги, залечу под крыльями, я туда разберусь. Ты пала вот этого, Бульнора вот тебе. Ромбик ты заберешь, попытаешься забрать на себя ромбик. Я грипну хантари и буду кайтить рогу. Убиваем ханта, следом убиваем лока. Так, что тут? Ну, надо будет Геронера въебать. У нас есть, смотри, сова, да? Угу. Если рога сменяет, он близко сорвется, кого-то пинать будет, сова покидаешь у него ветерки. Рпала, мы в приоритете будем оттаскивать. Мосфир. Приз даст, если что. Так, в принципе. Хант. Кинь ловушку вот сюда, вот. Замораживающую. Вот сюда. Чтобы шамана сразу за это заморозить. Тотемы там нужны пить? Да, тотемы. Нет, хапал хилишь пропало, но его, по идее, не должно хилить, если его там сильно не пробивает. Ну, короче, нормально. Давайте встаем сюда, возле входа, я сейчас сюда грипну фонта. И давайте я первый начинаю, да, Петь? Давай. Я погнал. Играем фонта. Ольпа, главное, не подходи ко мне. У нас вся фигня. Приехали, да? Никто красный. Никто красный, мой, понял. Да из-за этого уже не видно было. Вот пошли ко мне, пошли зря, все пришли. Нет, все. Это падаем уже, походу. Блин, ребят, чего вы с вами пришли? Вот и все, да? Не досадили. Еще было, дебаф фистел. Гера была КД. 2 минуты еще. Отлично. Ну ладно. Сейчас тут Гера будет. А мне волки прибежали, блядь. И они сорвались от меня. А там уже... Да нет, там просадили сильно. Когда ХП мало вроде, да, вот тогда они срываются. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Жак, ставь рыбу. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Орду! Блок играем снова потом. Пал плюс ТЦ. Вот это если твой хпал, сбиваешь ему косты. Так, с какой стороны забегать-то?
Ты слева заходишь, шакулу забираешь. Шакула, да. Ага, вижу. Мы справа заходим. Дорога-то был на танке там, поэтому проблем никаких нет. Давай, езжай. А эти опять вжали раны. У тебя шакул? Рога в оковах будет по КД. От него бегайте. Сова. Сова, тебя рога ебет. Крест убивайте. Врогу сыграть. А что там за движ какой-то без контроля по команде? Убивайте любого из хилов. Убивайте впало. Нас здесь пал. Тащи, брат. Или сами хрен. Не, он почти 300 к вынес. Ну все, теперь он не мой. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля лича, выиграет от подобного? О, наконец-то. О, богерские плечи. Причем 45, а не 32. Не, это прям очень хорошее. С двумя дыркнуть. Это мы уберите. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Я черный, ты белый. Я белый. Шутки и вальки. А я черный. Я белый беру, да? Да, там. Ребят, на всех бафы есть. Может, я где-то пропустил. Еще не готово. Вот вам три дометка, в нее все встаньте. Кроме ханта. Хант стоит примерно вот такой рейндж. Если сзади в тебя будет сфера летать, тебя будут прохиливать. А ты будешь ловить, да? А приз будет ловить, что ли? Окей. Все, все готово. Ты черную держишь. Угу. Просто залетал, тише все.
переводим? Нет, ты чё? У нас как раз темный дебов. Кроме шамана, конечно. Нам вообще четко повезло. Сейчас черная прочтет щит, мы поменяем цвет и добьем, если что. Так что стоим здесь до посинения. Не знаю, мне добавим скал поменять, я поменял. В одного танка? Не знаю, можно в одного, можно в два. ДПС-то у нас-то лютый. ДПС нас хватает. Так я заберу трэш под себя, вниз, а ты босс поддерживай, да и все. Плюс... А так-то можно еще быстрее его просто, сразу перевести и все. Только гера нет. А можно обновиться и гера будет. Ильдист путь врубить, всех похоронить, зайти из гера и начать. Да нет. Ну что, решайте, ребят, пишите, что мрям, делаем геру или бьем. Ладно, кто хочет геру, смотрите вперед, разбивайтесь. Кто не хочет геру, можете вниз камеру направить, и вы не разобьетесь. Приз диверсант. Да. Ладно, в два танка не направимся. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Какой же пидорас, бля. Зоти Гера будет. Небось, спасибо, бля. Чего это все рассказал? Видимо, Леха отходил. Перед тем, как падать, убрал два этих ебаных дебафа шамовских ДКшин, и все равно разбился. Так ты ДКшный не можешь убрать. Убрал и... Камеру вниз направляешь, и ты не разбиваешься. Учись. Учись выживать. Я, блядь, ем нахуй. Понятно. Давай два танка, чтобы наверняка ты все. Ты жуков собираешь и... Под босса там. Я босса держу. Да, ботик. Рибахните. Секунду. Тара-тара-тан, тара-тан-тан-тан. Рыбу поставил. А. У меня здесь этот есть, пристабаф, блядь, оказывается, на паладине. Мы еще ходили с этого. А, кстати, а дебаф-то и так откатился практически. Ну ладно. Так, 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 так. Сколько у него? 7.9. Да давай я в ДД, короче, у него 7.9. Я напулят так, что ты оглубил. Давай, давай. Под герой ворвемся, я разговариваю. 9 секунд еще. Да, приз, ставь жупана одного. Как обычно, одного дальнего шаклишь. Одного шаклишь и все, да. Ближнего пропускаешь. Сюда серую тебе грипну. Ребят, сейчас это напуливайте. А там рога ебурит так, что ли? Не-не, я про другое, я самое рог. Сейчас в одного танка в паладина напуливай.
Ахан тоже паладина. Все здесь, давайте чек на готовность, ребят. Вот. Госпожу. Пул, госпожу. Все, все готово. Передай ДБМ пул, может, ребят приходят. Нет, нету. Какой есть ДБМ пул, кому дать, что там дать? Давай ДБМ пул. 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Сейчас я кидаю желтую джагу. Веру жмем, да. Веру, 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 конечно, веру. Мы же сильные. Воющим ветром пока держу, дуй. Бета-тестер. Воющим ветром пока держу. Хант мертвым. Хант мертвым притворись. А то будешь реально мертвым. Давай, принц, отпускай того жука. Хан трупом притворить. Жуков добиваем. Массы прожми и 50 на 50. Ну что, бля, перевели, что ли? Да, перевели. Охуеть. Быстро жуков добили. Мы же говорим, мы сильные. Чересчур. Только сдохнуть там не надо, блядь. Да там вообще никогда не сдохнуть. Хотя понятно, но сдохнуть. О, я робот спас. О, ну... Щит. Блядь, наконец-то упал. Трофей. Угу, ярлык. Так, у нас уже все же два трофея было. Фестивая мне не нужна. Ребят, забирайте, вам нужна фестивая. Фестивая? Фестивая на крат, но трансклассная. А я не ношу. Ну да. Надеюсь, нам дадут щит. А кому? Не знаю. Подшутит кто-нибудь. Спасибо большое, ребят. Рога, тебе нужен меч? Я меч забрал на транс себе. Там вот Роге эти... ничего не надо. Я меч бы ему отдал, Ференс. Мало ли. Пойдем на них все героического. Еще не сделали? Ну, нахер нужно. Ой, слушай, сейчас там придет уфолу. Пойдем. Десятку. Всем спасибо, всем молодцы.